класс, еще ASMR. Привет, ребята! Мне кажется, прошел миллион лет с тех пор, как я последний раз сидела перед камерой и записывала что-то для этого канала. Очень много всего изменилось и в жизни, и в мире, разумеется. И мне очень захотелось сегодня записать какое-то несложное видео, приятное, легкое для просмотра, в котором я хотела бы рассказать, что в моей жизни поменялось, какие новости, какие у меня фокусы были в последние несколько месяцев. Я решила порисовать перед камерой. Моя любимая модель, конечно же, не Луся, она всегда рядом. Я нарисовала вот такую картинку в смешанной технике или иллюстрацию, скетч, я не знаю, сами назовите. Использовала здесь восковые мелки, карандаши, акварель. И в процессе рисования хочу вам рассказать, какие у меня новости. Свой скетч я начинаю на акварельной бумаге. Смотря на Нилу, но несмотря на лист, это такой классный прием, когда вам нужно ухватить характер вашей модели и не сильно заморачиваться в вырисовывании линий, которые могут быть не совсем правильными, ведь вы больше увлечены линиями, а не тем, что вы рисуете. Дальше я начинаю наметывать фон своим восковой акварелью в мелке, это кахинор. Вообще весь список материалов я, наверное, дам вам под видео, потому что мне больше хочется, чтобы это видео было рассказом «Как дела?», а не туториалом, да, то есть больше влогового такого формата. Поэтому давайте начнем с того, что я обещала рассказать. Почему же я забросила канал? Как раз ровно год назад, перед... незадолго, там, за месяц до карантина, у меня снова начались панические атаки. У меня были они 10 лет назад, и вот год назад снова началось такое очень неприятное состояние, и между панических атак была очень сильная тревога, и, естественно, когда у меня началась тревога, а потом начался карантин, и вся эта коронная история, у меня было такое состояние, что мой... Не знаю, как-то надо просто справиться с тем, чтобы продолжать жить, а не какой там YouTube, о чем вы говорите, какая работа. К счастью, у меня есть любимый Илюха, который меня поддержал и сказал: «Все, оставляй все проекты. Важно, твое здоровье важнее». Вот. Дальше на скетче я начинаю смотреть и размывать свою водорастворимую восковую акварель, вот она такими красивыми пятнами ложится, если честно, очень люблю этот эффект, и здесь еще немного будет Ван Гога, пигментированных красок распадающихся. Вот. Потом где-то вот когда карантин уже набрал свои обороты, я там начала терапию по поводу панических атак, и мне стало как-то более-менее легче. У меня не было сил возвращаться на YouTube, потому что требовалось слишком большой отдачи. Тогда как Instagram как формат мне очень сильно понравился, и я как бы в него, можно сказать, вернулась, да, я от него никуда не уходила, но мне очень понравилось заниматься сторис. Я вдруг увидела, как на самом деле клево я могу это делать, как мои сторис могут быть интересными другим людям, там заморочилась монтажом, покрасилась в розовый цвет, чтобы там классно, не знаю, ну, конечно, не чтобы, но в том числе, наверное, розовый цвет сыграл большую роль в том, что, ну, мои сторис стали заметными, да, и мне, я очень много времени в социальных сетях тратила на Инстаграм, да, и кажется, что очень большую часть моей работы также стал занимать Инстаграм. И в какой-то степени я почувствовала себя потом, ну, в ловушке из-за этого. Постепенно, ну, начала переходить обратно на видеоформат. Уже Илюха подключился, он тоже увлекся вместе со мной видео. Мы сняли пару курсов. Трейлер есть на этом канале, курсы по абстракции, и, в общем, я была очень рада, что мы такие длительные проекты начали снимать.
для того, чтобы классно на курсах разговаривать на своих, да, на видео платных, я занималась актерским мастерством и речью. Это такой большой мой фокус был весной, летом, и вот Инстаграм, получается, видеокурсы, обучение. Еще с карантином было очень прикольно, когда все это началось. Началось же это по всему миру. И очень много людей перешли в онлайн. Тут сразу поднялись некоторые старые контакты. Очень много моих знакомых вспомнило, что, ну, кто занимается онлайн-обучением, они вспомнили, что я тоже хороший преподаватель, что я могу преподавать онлайн, леттеринг, каллиграфию, и мой фокус в какой-то степени также переключился на леттеринг и каллиграфию. Я очень много рисовала сама, то есть абстракцию, пыталась это продавать, но все-таки сейчас мне кажется, что рынок очень сильно изменился, и кризис на него так или иначе повлиял. Рынок в моем как бы секторе, на мою целевую аудиторию кризис повлиял, да, не на мою идеальную такую целевую аудиторию, в которой я мечусь, в которой я как бы не мечусь, а как это, в которую я стремлюсь, да, а на ту аудиторию, в которой я реально продаю. Вот эта аудитория стала более внимательно относиться к своим тратам, и картины, естественно, не являлись, да, тратой основной. Но, тем не менее, я продолжала рисовать очень активно и сделала несколько классных коллекций, абстрактных в основном, продолжила немного свою берлинскую коллекцию. И да, больше была сконцентрирована на Инстаграме и на преподавании. Еще я сделала такой классный проект «Практикум». Он родился, по сути говоря, в Инстаграме, когда меня очень многие люди спрашивали, как начать продавать свою живопись в интернете. И на тот момент мне еще было что сказать. Это сейчас я такая: ой, кризис на все повлиял, мне тут нечего сказать, я ничего не знаю, я уже больше не специалист. На тот момент мои какие-то познания или там навыки еще были релевантны, ну, или мне так казалось, может, скорее всего, они релевантны сейчас, до сих пор, но сейчас я как сапожник без сапог не могу учить тому, что сама не делаю. Да, или то, что у меня у самой не супер хорошо получается. На тот момент все еще было нормально, и я так заинтересованно подумала: о, как круто, давай типа сделаю такие вот консультации для художников, которые хотят начать продавать свою живопись. Потому что, в принципе, я этим на тот момент уже 2,5 года занималась, в основном через интернет, через Инстаграм, через галереи, и, в принципе, понимала, как это работает. Через Инстаграм же на меня вышла девушка-продюсер, и она помогла мне из такой задачи сделать просто консультации. Она помогла мне масштабировать консультации до формата мастермайндов. И, если честно, я очень довольна, как этот проект получился, несмотря на мое критичное отношение к нему сейчас. Мои девочки с двух потоков меня до сих пор очень сильно благодарят и говорят, что практикум на них в огромной степени положительно повлиял, и что это было одно из лучших обучений. Сейчас у моих девочек результаты в продажах лучше, чем у меня. Но это на самом деле клево, это очень радует. Может быть, я сделаю еще один такой проект уже чуть-чуть попозже, когда снова моя уверенность ко мне вернется. Как я уже сказала, для меня это одно из самых важных вещей. Да. Я постепенно заканчиваю свой подмалевок, да, здесь еще осталось много деталей, но к ним я сейчас не хочу приступать, потому что мне нужно, чтобы работа подсохла, чтобы у меня ничего не разъехалось дальше, поэтому я сделаю фоточку для Инстаграма, позанимаюсь со своей собачкой, пообнимаюсь и продолжу на следующий день работу. На следующий, вот, ну, как бы я записываю, естественно, голос за один день, да, а видео я записывала в два захода.
И начала работать над деталями, над тем, чтобы уточнить какие-то маленькие в моей собачке маленькие мелочи, какие-то пройтись по контурам, которые мне не очень понравились, и набрать тон там, где его не хватило, и где-то, наверное, добавить фактуру. Сейчас у меня цветные карандаши здесь пошли, видите, вместо акварели. Здесь буду еще пользоваться мелками. Они тоже водорастворимые, NeoColor, очень их люблю. Мне они очень нравятся за их цвета, за то, как они классно ложатся и как здорово растворяются. Ну, в общем, да. Еще про прошлый год интересное. Я в какой-то панике и непонимании, что я хочу делать дальше со своей жизнью, я записалась на повышение квалификации по психологии на двухгодичную программу «Психологическое консультирование и диагностика личности» в МИП, которую реализует школа среды обучения, собственно, один из моих работодателей. Поэтому у меня выбор такой. Меня все спрашивают, как ты выбрал? Да я особо не выбирала, я просто посмотрела, в ту школу, высшую школу, в которой я работаю, какие там есть еще программы, и выбрала ту программу, которая мне нравится. Вот, но сейчас, да, я немножко со своим образованием маху дала. Мне было тяжело всю осень, мне было действительно очень тяжело. У меня по-прежнему были некоторые проблемы с моим ментальным здоровьем. Я, может быть, запишу об этом отдельное видео, но, если честно, просто не хочу много говорить о там, каких-то своих ментальных особенностях, потому что, ну, очень многие художники на этом делают какую-то фишку, да, я из этого фишку делать не хочу, потому что я все еще Женя, я все еще личность, и я это не только моя паника, я это не только моя там какая-то форма депрессии и так далее. Вот. В общем, ну, в октябре я была также очень сильно заинтересована в том, чтобы поддерживать себя в таком стабильном состоянии психологическом. И тут мне еще практику, мне еще учеба, мне еще И тут это работа в школе среды обучения и учеба по психологии. Ну, вот это я молодец. В общем, я не вытянула, и в декабре там подзабросила учебу, в январе взяла академ. Вот сейчас мне нужно самые последние экзамены сдать, и я буду официально, можно сказать, свободна. Вот, наверное, такой обзор получился года небольшой. Что еще можно сказать? Самое клевое, что в том году я съездила в 2 отпуска, это было просто супер. Один по Германии небольшой, по югу Германии, второй совсем коротенький, одна осенью я на 4 дня съездила в Подберлинье в отель с бассейном. Ну и, собственно, я считаю, что для года с коронавирусом это очень хороший результат. В семье тоже все очень клево. Я соскучилась, правда, очень сильно по родителям, по своим. С Илюхой все здорово, карантин нас не рассорил, мы прекрасно в хоум-офисе провели весь этот год, продолжаем проводить много времени, работали вместе, и да, это было хорошее время, только родителей не хватает очень сильно. Вот я закончила свою работу, и пора уже заканчивать разговаривать, мне очень понравилось поделиться с вами новостями, и я очень надеюсь, что вы поделитесь со мной чем-то в ответ. Ну вот, наверное, и все новости, о которых я хотела рассказать. Спасибо вам огромное, что вы посмотрели это видео. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк или напишите комментарий. Еще у меня был вопрос. Как вам кажется, о чем мне больше стоит рассказывать на канале? Мы сейчас с Илюхой планируем контент-план, хотим возродить канал из небытия и думаем, о чем вам будет интересно послушать. Напишите ваши варианты в комментариях, может быть, задайте какие-то вопросы или, я не знаю, просто пожелания. Надеюсь, что я снова не заброшу канал на полгода, и мы с вами скоро увидимся. Счастливо!